Вы смотрите информационный канал «Город», и мы продолжаем. В Слободском начали судить 34-летнего Андрея Мельникова, обвиняемого в убийстве на пилораме. По данным следствия, мужчина был пьяный, поссорился со своим знакомым. Кровавые разборки начались в одном из цехов предприятия. Подробности далее в рубрике «Место происшествия». Напоминаем, что материал имеет возрастное ограничение 12+. Причину ссоры обвиняемый Андрей Мельников не вспомнил. Он рассказал только, как и чем избивал своего собутыльника Николая. Сначала Андрей ударил неприятеля ногой, потом взялся за черенок от топора. Я подошел к нему, ударил по лицу сперва два раза. Колено. Да, колено. Потом ударил. Вскоре потерпевший скончался. Мельников был арестован, ему предъявили обвинение в убийстве. Сейчас дело находится в Слободском районном суде. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. На улице Лепси грузовик сам поехал и врезался во встречную иномарку. На повторе видно, что водитель фуры решил поговорить с женщиной-водителем иномарки. Он вышел из машины, грузовик. В это время из легковушки вышел пассажир, а водитель была уже у багажника. Задний бампер сбил с ног женщину, она упала на асфальт и отделалась лишь испугом. Ну, литр выпил, может. Чего литр-то? Водки. Поступили по принципу «послушай женщину, сделай все наоборот». Пьяный водитель и пассажир Нивы на улице Юровской. Посетительница бара уговаривала своих собутыльников не садиться за руль, но те ее не послушались. Ты будешь наказан. Вопросов больше нет. Ты в глаза мне смотри. В итоге водителя задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Пассажир во время интервью едва не устроил драку. Пассажир и его подруга ушли домой, а на водителя за пьяное вождение составили административный материал. Теперь ему грозит лишение прав и штраф.